Вы смотрите канал улицы Москвы. Мы на негламурной Рублевке, а именно в поселочке Рублево, считающейся частью, замкадной частью района Кунцево. И в этом выпуске прогуляемся по второй Новорублевской улице среди таких вот четырехэтажных кирпичных домиков. Здесь, конечно, местность больше Подмосковья напоминает, возможно, даже не самое ближайшее, но зато все очень ухожено. И даже бы вроде как сюда планируется ветка метро. Там ее как-то по-хитрому рисуют. От делового центра через Шелепиху, Строгино и сюда вот в Рублево. Пока мы видим, что тут в основном старые дома. Довольно тихо все. Размеренно. Поселочек вообще известен уж 17 века, но включен в состав Москвы в 1919 году. Через несколько лет после того, как тут построена была водонапорная станция, снабжающая и по сей день Москву водой. Так вот. Так что это стратегически важный объект. И вот для его обслуживания во многом и существует этот поселочек, который де юре, напомню, является частью района Кунцево. Интересно, почему именно в состав района Кунцево его включили, а не Крылатского или Строгино, напротив которых он располагается, сказать трудно. Я сам, честно говоря, первый раз здесь. Ожидал увидеть больше новых домов. Ну, это и хорошо, что так вот нету ощущения, так скажем, человейников, как любит выражаться блогер Варламов. А тут тихо и уютно. Похоже на школу или детский садик, что это такое, не знаю. Вот, поход, скорее всего, школа. Это детсад. Вот
там вертолет. Президент, что ли, полетел.